Дополнительная кампания по вакцинации против кори. Уважаемые родители! В Талаской, Нарынской, Иссык-Кульской и Баткенской областях проходит кампания по дополнительной иммунизации против кори и краснухи. Для снижения распространения кори и предупреждения новых случаев заболевания Министерство здравоохранения Кыргызской Республики проводит дополнительную вакцинацию против кори и краснухи детей от 9 месяцев до 7 лет включительно. Почему выбран возраст от 9 месяцев до 7 лет включительно? Иммунитет, переданный матерью, защищает малыша примерно до 6 месяцев, но со временем иммунная защита ослабевает, поэтому после 6 месяцев необходимо сформировать собственный иммунитет у ребенка и защитить его от опасных инфекций вакцинацией. Анализ заболеваемости детей корью в республике показал, что 84% заболевших корью составляют дети до 7 лет. Прививку можно получить бесплатно в центрах семейной медицины, группах семейных врачей, фельдшерско-акушерских пунктах и с помощью мобильных бригад по вакцинации. Вакцинируйте детей в рамках дополнительной иммунизации.